Я должен помочь ему. Возможно, я смогу найти там вход в шахту лифта. Других вариантов у меня все равно нет. Есть кто? Выглядит безжизненным. Я вхожу. Что бы тут ни было, надеюсь, этого тут нет. Интересно, что за этой дверью? А вот и спуск вниз, кажется. Эй, ты живой? Видимо, нет. А это что тут у нас? Ого, сколько тут всякого разного. И кнопочки какие-то. Интересно, что это за кнопочка? Что это было? Интересно, как там поживает мой маленький шпион? На бывшей базе замечена какая-то активность. Надо бы проверить. Пусть эта свалка станет для тебя могилой. Как идут дела над проектом? Все хорошо, только не хватает ресурсов. Не переживай, они скоро будут. Я уже отправил своих приспешников на захват шахты. Сейчас происходит в мире. Что? Его восстановили? Уничтожить немедленно!
Где я? И кто ты? Я тот, кто случайно тебя починил. Случайно? Я ничего не помню. Помню только красные глаза и как я падаю со своими братьями. Кстати, где они? Теперь мои верные спутники только месть и безумие. Что случилось? Впереди неопознанный танк. Где? Да это наш КВ-6. Ты что, не узнал его, что ли? Как-то он странно выглядит. Надо быть начеку. А вот и предатели пожаловали. Где же вы были, когда мне нужна была ваша помощь? Кто это сделал? У кого здоровья много? Ему надо помочь! Мне не нужна помощь от предателей. Как только я разберусь с немцами, я займусь вами. Я живой. У-у-у. Что на него нашло? Я же ничего не сделал. Все чисто. Пора выбираться. Что там такое происходит? А теперь ваша очередь. Что он делает? Я так и знал, что с ним что-то не так. Отступаем. Я должен исправить свою ошибку. Надо его остановить. Надеюсь, я найду тут что-нибудь полезное. Меня не сбежать. Надо сбить ему гуслю, а то мы так никогда не оторвемся. Это вам не поможет. Я отомщу за братьев.
Надеюсь, это поможет. Это было близко. И кто? И где наш брат? Да. И почему мы отдельно? Ваш брат наверху. Вы должны ему помочь. Вот и все. Бежать некуда. А где малой? Он еще в шахте. Что-то там докапывает. Ладно, догонит. Поехали домой. Я так устал. А вот и шахты. Как раз то, что нам нужно. Эй, вы, смертные. Теперь вы служите Левиафану. Мы никому служить не будем. Мы сами по себе. Мы свободные танки. Это мы еще посмотрим. Не трать на него время. У нас есть дела поважнее. Там впереди еще и шахты, которые надо захватить. Убегай отсюда. Позови кого-нибудь на помощь. Живы? Но как? Нас починил этот швед. А с тобой-то что случилось? Помогите, помогите мне! На нас напали железные монстры! У них большие красные глаза! Возможно, это как раз тот, кто мне нужен. Вы со мной, братья? Я должен искупить свое безумие и отомстить то, что они сделали с нами. Веди нас к этим монстрам.
где этот склад? Близко, близко. Мы уже почти на месте. Что там такое? Там немцы. Они нашли склад. Нам нужен этот склад. У нас заканчиваются снаряды. Держитесь позади меня. Пить хочу. Сейчас принесу. Чего стоите? Помогите ему. Хватит жать на незнакомые кнопки. Да, все нормально. Он активировал дроны. Они помогут нам пополнить запасы. А ты откуда знаешь, что это дроны? Я тут работал с друзьями. Кстати, там дальше машина перезарядки. Она вам поможет. Тише, тише. Эти дроны помогут тебе пополнить запасы. Я жив. Еще бы не хватало бы умереть в этой мусорной яме. Надо отсюда выбираться. А тут у вас что? В этом цехе наш секретный проект. А можно посмотреть?
Оставайтесь здесь. Вам идти дальше слишком опасно. Мы будем отмечать на карте освобождение Польши. Надо их использовать только в крайнем случае. Да. У нас всего по одному залпу. Thank you.
сдавайтесь. Не стреляйте. Oh, my God.